Всем привет, мои дорогие, вы на канале Дневник Домохозяйки. Сегодня у нас 9 мая, целый день идет дождь, вообще не переставая. И мы приехали к друзьям. Помните тот домик, где мы клеили обои? Смотрите, какой он красивый стал. Вот так вот потихоньку наши друзья достраивают свое гнездышко. Какая вкуснота у нас. Запах. Смотрите, какая у Натальи оранжерея. Вообще красота. Наташ, мне надо стындрить у тебя вот этот цветок красивый. Зеленый уголок мой? Да, в YouTube пойдет. Сидим, беседуем. У них, кстати, новая кухня. Потихоньку обустраиваемся. Сидим, беседуем, слушаем песни. И покажу немножко вам. Вот так вот. Это вот новый поселок. Я вам рассказывала уже, что здесь дают участки многодетным семьям. Наши друзья — многодетная семья. Но у них еще все в процессе строительства идет. Дожди, конечно, сегодня шпарит целый день. Красота. Ничего, Москва не сразу строилась, потихоньку все построят. Ну что, возвращаемся мы домой. Посидели, повспоминали, поговорили. Время уже вот такое позднее. Посмотрите, ребят, у нас идет снег хлопьями. 9 мая. Валит снег. У меня все в теплице. Сейчас пойду смотреть, сколько градусов. Да, конечно, погодка шепчет. Ладно, на этой не очень приятной нотке буду всем вам, конечно же, говорить. Люблю, ценю, уважаю. И жду с вами новых встреч. Пока-пока.